Разумный ганс, подчеркивание вертикальный слэш, подчеркивание вертикальный слэш, подчеркивание поровно, 30. Мать ганса спрашивает: куда собрался, сынок? Ганс отвечает: Гретель. Смотри же, не оплошай. Небось, не оплошаю. Прощай, матушка. Прощай, ганс. Пришел ганс Гретель. Здравствуй, Гретель. Здравствуй, ганс. Что принес хорошенького? Ничего не принес, от тебя взять хочу. Гретель дарит гансу иголку. Ганс говорит: прощай, Гретель. Прощай, ганс. Ганс берет иголку, втыкает ее в воз сеном и идет затем возом до дому. Добрый вечер, матушка. Добрый вечер, ганс. Где побывал? У Гретели побывал. Что ты ее снес? Ничего не снес, от нее получил. Что тебе Гретель дала? Иголку дала. А где у тебя иголка, ганс? Воз сена ее воткнул. Ну, это ты глупо сделал, ганс, тебе бы иголку-то на рукав приколоть. Ну, ничего, другой раз лучше сделаю. Куда собрался, ганс? Гретель, матушка. Смотри же, не оплошай, ганс. Не бойся, не оплошаю. Прощай, матушка. Прощай, ганс. Приходит ганс Гретель. Здравствуй, Гретель. Здравствуй, ганс. Что принес хорошенького? Ничего не принес, от тебя получить хочу. Гретель подарила гансу ножик. Прощай, Гретель. Прощай, ганс. Ганс берет ножик, втыкает его в рукав и идет домой. Добрый вечер, матушка. Добрый вечер, ганс. Где побывал? У Гретели побывал. Что ты ее снес? Ничего не снес, от нее получил. Что тебе Гретель дала? Ножик дала. А где же у тебя ножик, ганс? В рукав заткнул. Глупо ты это сделал, ганс, тебе бы нож-то в карман было сунуть. Ну, ничего, в другой раз лучше сделаю. Куда собрался, ганс? Гретель, матушка. Смотри, не оплошай, ганс. Не бойся, не оплошаю. Прощай, матушка. Прощай, ганс. Ганс приходит Гретель. Здравствуй, Гретель. Здравствуй, ганс. Что принес хорошенького? Ничего не принес, от тебя получить хочу. Гретель дарит ему козочку. Прощай, Гретель. Прощай, ганс. Ганс берет козу, связывает ей ноги и сует ее в карман. Приходит домой, а козочка-то у него в кармане задохнулась. Добрый вечер, матушка. Добрый вечер, ганс. Где побывал? У Гретели побывал. Что ты ее снес? Ничего не снес, от нее получил. Что же тебе Гретель дала? Козочку дала. А где же у тебя козочка, ганс? В карман ее сунул. Ты глупо это сделал, ганс, тебе бы козочку-то на веревку привязать. Ну, ничего, другой раз лучше сделаю. Куда, ганс? Гретель, матушка. Смотри, не оплошай, ганс. Не бойся, не оплошаю. Прощай, матушка. Прощай, ганс. Приходит ганс Гретель. Здравствуй, Гретель. Здравствуй, ганс. Что принес хорошенького? Ничего. От тебя получить хочу. Гретель дарит ему кусок свиного сала. Прощай, Гретель. Прощай, ганс. Ганс берет кусок сала, навязывает его на веревку и тащит за собой. Подбежали собаки и съели все сало. Приходит домой, за ним одна веревка тащится, а на веревке-то и нет ничего. Добрый вечер, матушка. Добрый вечер, ганс. Где побывал? У Гретели побывал. Что ей снес? Ничего не снес, от нее получил. А что тебе Гретель дала? Кусок сала дала. А где же у тебя сало, ганс?
привязал на веревку, домой поволок, собаки съели. Глупо ты это сделал, Ганс, тебе бы салату на голове принести. Ну, ничего, другой раз лучше сделаю. Куда, Ганс? Гретель, матушка. Смотри, не оплошай, Ганс. Не бойся, не оплошаю. Прощай, матушка. Прощай, Ганс. Приходит Ганс Гретель. Здравствуй, Гретель. Здравствуй, Ганс. Что принес хорошенького? Ничего не принес, от тебя получить хочу. Гретель дарит Гансу теленка. Прощай, Гретель. Прощай, Ганс. Взял Ганс теленка, положил его себе на голову, и теленок, брыкаясь, все лицо ему помял. Добрый вечер, матушка. Добрый вечер, Ганс. Где побывал? У Гретели побывал. Что же ты ее снес? Ничего не снес, от нее получил. А что она тебе дала? Теленка дала. А где же у тебя теленок? Да вот, на голове его нес, и он мне ногами все лицо помял. Ну, ты это глупо сделал, Ганс. Тебе бы теленка пригнать да колу привязать. Ну, ничего, другой раз лучше сделаю. Куда, Ганс? Гретель, матушка. Смотри, не оплошай, Ганс. Не бойся, не оплошаю. Прощай, матушка. Прощай, Ганс. Ганс приходит Гретель. Здравствуй, Гретель. Здравствуй, Ганс. Что принес хорошенького? Ничего не принес, от тебя получить хочу. Гретель сказала Гансу: я с тобой сама пойду. Ганс берет с собой Гретель, привязывает ее на веревку и гонит впереди себя, приводит ее кол и накрепко к нему привязывает. Затем идет Ганс к своей матери. Добрый вечер, матушка. Добрый вечер, Ганс. Где побывал? У Гретели побывал. Что ей снес? Ничего не снес, саму ее с собой привел. Да где же ты Гретель подевал? На веревке пригнал, колу привязал, травки ей бросил. Глупо ты это сделал, Ганс, ты должен на ее лицо ласковые взгляды глазами бросать. Ну, ничего, в другой раз лучше сделаю. Ганс идет в стойло, вылезает у всех телят и баранов глаза и вскидывает их в лицо Гретель. Ну, тогда уж Гретель на него не на шутку озлилась, с привязи сорвалась и убежала. А была Гансу невестой.